Добрый день! И сегодня я расскажу, как сделать объявление в Microsoft Word. Для начала создадим таблицу. Для этого перейдем во вкладку «Вставка», выберем «Таблица» и создадим таблицу из двух строк и 10 столбцов. Затем увеличим нашу таблицу, поймав в правом нижнем углу на две стрелочки. Далее верхнюю часть таблицы, первую строку, мы объединим. Для этого мы ее выделим, нажмем правой кнопкой выше и выберем «Объединить ячейки». Напишем наше объявление. Объявление. Куплю квартиру в вашем доме. Выделим текст. Увеличим его размер. Оцентруем текст посередине. Затем напишем телефон. Затем скопируем этот телефон во все ячейки. Чтобы повернуть текст, выделим данную строчку, нажмем правой кнопкой мыши и выберем кнопку «Направление текста». Выберем нужную нам ориентацию текста. Нажимаем «Ок». Как вы видите, у нас перевернулся текст. Для того, чтобы телефон был посередине, перейдем во вкладку «Макет» и выберем нужное нам выравнивание. Можно выбрать посередине. Для того, чтобы отрывную часть сделать пунктиром, для начала выделим ее и нажмем правой кнопкой мыши, выберем «Свойства таблицы». Затем нажмем на кнопку «Граница и заливка» и выберем «Пунктир». Как мы видим, в данной части у нас полностью вся ячейка покроется пунктирной линией. Для того, чтобы верхнюю часть оставить обычной линией, сначала нажмем пару раз на границе, чтобы она исчезла и возвратилась. Затем выберем тип обычной линии и нажмем на верхнюю границу. Далее нужно просто нажать на кнопочку «Ок». Как мы видим, наше объявление готово в печать. А если это видео понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал.